направлении. Добрый день. Добрый день всем. Добрый день. Благодарю вас, что вы сегодня с нами в этот прекрасный воскресный день. Добрый всем день. Мы запланировали встречаться на этой площадке для обсуждения каких-то эстетических недостатков кожи. Но, конечно, больше и акцент мы будем делать на методы их коррекции. Добрый день. Добрый день всем тем, кто присоединяется к нам. И для обсуждения эстетических проблем, ну и, конечно же, акцент будет сделан на методы их коррекции. Встречи подразумевают создание виртуального круглого стола, за которым мы будем обсуждать различные протоколы, различные схемы коррекции, различные кейсы работ, то есть все наработки, которые могут помочь нам скорректировать ту или иную эстетическую проблему. Ну и, конечно же, участниками круглого нашего стола виртуального может стать любой из вас, готовый поделиться с нами своими наработками, своими протоколами в отношении каких-либо эстетических недостатков. Сегодня мы начинаем цикл встреч по теме «Подготовка тела к лету». Время идет к лету. Лето – это время отпусков, поездок на море. И, конечно, каждый из нас мечтает выглядеть совершенно. Встречи наши будут проходить периодически. И вот этот цикл «Подготовка тела к лету», я думаю, что мы будем встречаться с периодичностью, может быть, раз 3-4 недели. И сейчас я хочу представить вам участников нашей сегодняшней встречи. И первый участник – это гость из Москвы, Соболева Людмила Игоревна, врач-дерматокосметолог, медицинский директор компании «Мартинекс», научный секретарь Национального общества мезотерапии, научный редактор издательского дома «Медэстетик Пресс», член Евразийского объединения специалистов инъекционных методов и, конечно же, почетный член Казахстанского общества мезотерапии. Всем добрый день, кто присоединяется. Спасибо огромное. Людмила Игоревна, я вас жду в эфире. Людмила Игоревна охотно поделится с нами. Людмила Игоревна. Добрый день. Добрый день. Я рада вас видеть. Людмила Игоревна. А с чего бы вы порекомендовали начинать улучшение качества кожи тела? Как подготовить его к лету? Как начать эту подготовку? Ваше мнение экспертного специалиста. Ну, я думаю, что на самом деле самое главное, всегда все изменения начинаются с головы. И самое главное – это внутри себя перестроиться, да, понять, что все-таки да, мы пережили уже большую часть зимы, что лето впереди, лето не за горами, и готовиться к отпускному сезону, да, если нам хочется предстать во всей красе, имеет смысл, конечно, не за две недели и не за два дня, как часто думают наши с вами пациенты, и, к сожалению, сталкиваются с ситуациями, когда… Есть, в общем-то, у нас есть два дня, да, делайте, что хотите, и мы понимаем, что мы можем сделать 1% из того, что бы мы хотели. Поэтому, конечно, я думаю, что первый момент, на который надо обратить внимание, это то, что вот эта подготовка, мы отлично, что начали обсуждать эту тему в феврале месяце, да, когда все еще вполне одеты, да, и мы можем сейчас, конечно, построить нашу работу на долгие перспективы, так, чтобы за месяц-полтора-два наши пациенты точно увидели какую-то позитивную динамику, увидели изменения, да, увидели, что происходит. Моя презентация, она посвящена одному из самых моих любимых препаратов, и, может быть, даже, наверное, вместо терапии сейчас скажу любимейшему, и это препарат сосудистого действия, и свой доклад сегодняшний я назвала как «Возможности терапии сосудистого звена в эстетической медицине и за ее пределами». Почему такая формулировка? Ну, дело в том, что когда мы говорим с вами о мезотерапии, и когда мы особенно говорим о сосудистой терапии, то мы должны понимать, что речь идет
далеко не только о возможностях просто улучшить микроциркуляцию, чтобы у нас стал лучше цвет кожи или чтобы она лучше подтянулась. Потому что, по сути дела, если мы будем разбирать с вами патогенез массы заболеваний, да, заболеваний, которые являются достаточно серьезными с точки зрения распространенности, с точки зрения нарушения качества жизни или даже инвалидизации, потому что мы понимаем сейчас, что сердечно-сосудистые заболевания, да, у нас в том числе и в топовых по причинам смерти. На все это мы можем влиять с вами действием профилактическим, действием лечебно-профилактическим, да, то есть чем это отличается? Если мы воспитали своего пациента, да, воспитываем его с молодости, ну, я бы сказала так, вот в моей личной практике, я думаю, что вы со мной согласитесь, многие коллеги, те, кто работает больше 15 лет, у нас появляется новое поколение пациентов, да, это дети наших пациентов, тех, с которыми мы работаем достаточно давно. И вот их уже есть возможность воспитать в этой культуре и фотопротекции, и очищение кожи, и в том числе внимательного отношения к сосудистой терапии. И я хочу сказать, что сейчас, в общем-то, ситуация, мне кажется, она становится более благополучной, благоприятной, потому что сейчас косметология уже не только рассматривается как техники коррекции губ, да, это все-таки терапия, это все-таки восстановление качества жизни, восстановление качества здоровья, и, конечно, одну из основополагающих ролей здесь будет играть микроциркуляторное русло, ну и, соответственно, состояние этого микроциркуляторного русла, работа сосудистого звена. И вот одним из таких компонентов, без которого я не мыслю абсолютно свою практику, является препарат ВЛД Форте, о котором мы сегодня и будем говорить. Прекрасно знаете, что мы давно работаем в направлении мезотерапии, мы давно практикуем этот метод, давно обучаем этому методу и делаем это очень хорошо. И, конечно, какие-то нюансы, да, нехватки компонентов, препаратов с сосудистым действием, которые нас раньше, ну, которое было, по сути дела, реальностью, в которой мы жили. Сейчас, к счастью, ситуация здесь значительно изменилась, потому что у нас есть возможность, у нас есть собственное производство, и уже более 15 лет оно работает для того, чтобы не только производить препараты, да, чтобы мы могли создать те препараты, которые нам необходимы в работе. И вот мои коллеги, да, и уважаемые спикеры сегодняшнего дня, и я наверняка уверена, что многие из тех, кто находится по другую сторону экрана от нас, я думаю, что вы прекрасно помните, как мы имели массу препаратов сосудистого действия и должны были составить коктейли из двух-трех компонентов, да, вот здесь такие, вот здесь сякие, чтобы повлиять на прекапиллярные сфинктеры, на состояние сосудистой стенки, на посткапиллярное, да, течение, для того, чтобы наше действие было более полноценным и более охватывающим. Но, к счастью, у нас есть сейчас возможность использовать препараты комплексного действия. В чем их преимущество? Ну, в первую очередь, конечно, это, давайте сразу посчитаем, да, что мы сэкономили с вами количество движений на то, чтобы собрать коктейль, да, и я думаю, что коллеги помнят, что раньше было важно не только, какие компоненты ты в этот коктейль добавишь, и очень опасно было на самом деле делать коктейль, который не прописан в рекомендациях, потому что мы не знали, какой будет реакция, да, как отреагирует pH препаратов, да, или не выпадет ли что-то в осадок, и тогда мы не сможем пользоваться этим препаратом. Поэтому, конечно, комплексные составы, они намного упрощают, облегчают работу косметолога. Потому что здесь уже на этапе производства уже за вас подумали, какие компоненты собрать, чтобы это был полноценный, активно действующий препарат, чтобы он комфортно переносился, чтобы он давал хорошие результаты, хорошие реакции с точки зрения микроциркуляторного русла на всех вот перечисленных этапах. И сейчас вот на слайде я вывела, да, состав препарата, то есть посмотрите, это, конечно, и троксирутин, который известен всем, то есть на него всегда у нас реагируют флевологи, да, потому что они знают, что троксирутин – это тот, вот их рабочая лошадка, препарат, который они постоянно назначают в терапию поддерживающую. Это экстракты центеллы, экстракт артишока, лекарственный донник, экстракт фукуса пузырчатого. И я уверена, что когда мы этот состав обсуждаем, то все эти компоненты, по сути дела, где-то вам встречались.
Вполне возможно в виде мезопрепаратов, возможно как компоненты каких-то наружных препаратов, да, обертываний, потому что мы знаем, что тот же самый экстракт фукуса, который имеет прекрасное противоотечное действие, он очень часто используется в препаратах для наружного нанесения. Экстракт артишока, и мы знаем, что артишок часто используют и для приема внутрь, точно так же, как и центеллу, которая, в принципе, в европейскую фармакопию, в принципе, входит как препарат сосудистого действия. Поэтому вот такой состав, который позволяет вам работать в монотерапии. Открываете ампулу с коктейлем, и у вас уже готовый сбалансированный состав для влияния на все вот эти вот звенья сосудистого русла. Давайте посмотрим. Если мы будем делить, да, по свойствам, по действию, что на что будет влиять, то, конечно, троксирутин – это венотоник и ангиопротектор. Не случайно я сказала, что флебологи, которые, основная деятельность которой, как ни крути, все-таки связана с хронической венозной недостаточностью, для них это один из препаратов номер один, который они регулярно назначают в своей практике. Если говорить о центелле, то это ангиопротективное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие. А наверняка вы помните, что очень часто, когда мы говорим о патогенезе каких-то дегенеративных дистрофических состояний, то это очень часто воспалительный процесс лежит в основе, и на месте этого хронического воспаления у нас начинает развиваться волокнистая ткань, фиброзирование происходит, которое в итоге нарушает нам функцию того или иного, да, того или иного органа, ткани, тех или иных структур. Экстракт артишока обладает хорошим дренажным действием, и вы помните, что у него есть великолепное непрямое липолитическое действие. Я могу сказать, что вот, пожалуй, по экстракту артишока, то есть очень часто на него, да, когда мы обсуждаем, пациент говорит: о, да, я слышал, я знаю о лекарстве, о таблетке, потому что вы знаете, что экстракт артишока часто используется как препарат, улучшающий отток желчи в нашем организме. Донник лекарственный, да, или дягель, он тоже обладает венолимфотонизирующим действием. Ну и, наконец, экстракт пузырчатого фукуса, как мы уже сказали, это великолепное противоотечное, противовоспалительное действие и антиоксидантное. Давайте посмотрим, если разбираться по механизмам действия этих компонентов, то когда мы говорим о троксирутине, очень часто, да, вспоминают, что, ну, это такой препарат вот для сосудов, его знают многие, его многие принимают, наружные формы, внутрь. По сути дела, троксирутин – это производная витамина П, и это компонент, который обладает очень мощным разнонаправленным действием. Посмотрите, оно обладает и противовоспалительным эффектом, является мощным ангиопротектором и вместе с этим венотоником, обладает противоотечным действием, и, конечно же, мы понимаем, что, как и сам витамин П, как и сам рутин, обладает очень мощным антиоксидантным действием. Поэтому уже когда мы говорим о терапии троксирутином, то сам по себе он обладает действиями и на прекапилляры, и на посткапилляры, и на сосудистую стенку. То есть уже здесь, в рамках монотерапии, могла бы быть комплексная уже эффективная терапия сосудов. Но при этом мы обращаем ваше внимание на то, что растительные экстракты, ну, не случайно они настолько эффективны, они настолько активно используются, потому что, безусловно, те активные компоненты, которые входят в экстракт, ну, вот я не случайно сказала, что центелла азиатская, ее экстракт, он входит в европейскую фармакопею как фармпрепарат. Мы используем ее в большей степени, да, как компонент мезотерапевтических коктейлей, то есть, в общем-то, это вещество, которое зарегистрировано у нас как косметика, да, как лосьоны, но при этом, обратите внимание, очень мощные антиоксидантные свойства. У центеллы есть и лимфа, и венотонизирующее действие, а вы знаете, что если с венами как-то они более податливы, то застой лимфы и отток лимфы – это то, что мы часто добираем с вами из препаратов, из механического воздействия на лимфатические сосуды. И в том числе у нас есть возможность активировать лимфоток за счет такого компонента, как азиатская центелла. Второй момент, на который я хотела бы обратить внимание, это нормализация водно-солевого обмена. Чаще всего, да, мы знаем с вами, что наш
организм, он очень активно следит за балансом водно-солевым, но при этом мы понимаем, что алиментарным путем у нас поступает всегда достаточно большой избыток натрия. И натрий задерживает воду, и ренин-ангиотензиновая система поддерживает все эти несовершенства. И, конечно, мы понимаем, что, ну, по сути дела, снижение натрия алиментарного – это прекрасно, но не всегда возможно. Поэтому если у нас есть компонент, который может поработать, может помочь нам вот в этом процессе нормализации и выведения избытка натрия, то, конечно, это прекрасно, и этим нужно пользоваться. Еще один момент, который касается действия Центеллы, это укрепление стенок кровеносных сосудов. То есть поддержать их эластичность, обеспечить их состоятельность, предупредить от избыточной пенетрации, да, жидкой фракции из кровяного русла, потому что мы понимаем, что именно так тканевой отек у нас формируется. Когда сосудистая стенка находится в плохом состоянии, то мы можем с вами обеспечить укрепление сосудистой стенки, тем самым предупредить от нежелательно избыточной проницаемости сосудистой стенки. Вот таков механизм воздействия, да, и вот таким образом мы за счет экстракта Центеллы добиваемся эффекта. Ну, хотя по большому счету вы знаете, что Центелла – это один из тех первых мезотерапевтических компонентов, который попал вообще в наши руки и которым мы могли пользоваться в своей ежедневной мезотерапевтической практике, но если мы можем одновременно, не выбирая, да, что у нас будет работать, Центелла или Троксирутин, или другие компоненты, о которых мы сейчас поговорим, то, конечно, мы понимаем, что действие препарата, оно получается более полноценное. Наш организм очень мудр, и он очень осторожно относится к высоким концентрациям веществ. Поэтому, ну вот я всегда на занятиях привожу простой пример, что я думаю, что каждый из вас, ну, в той или иной ситуации, знает, что такое выпить 1 грамм аскорбиновой кислоты, там, в целях поддержания иммунитета, придания бодрости и так далее. Но при этом все знают, что проходит 2-3 часа, и вы этот избыток витамина С уже видите по окрашиванию мочи. То есть организм очень быстро сориентировался и взял далеко не весь тот объем, который поступил. Большую часть он вывел. Поэтому, когда мы говорим о том, что какой-то компонент мы в очень большой дозе вводим, то мы должны понимать, что это не всегда, это часто не равно тому, что этот компонент будет действовать больше. Да, конечно, например, с антибактериальной терапией или с гормонами мы понимаем дозозависимые действия. Но ведь здесь мы говорим с вами о веществах низкомолекулярных, водорастворимых, и наш организм вполне способен справиться с выведением избытка компонентов. Поэтому разумным, более эффективным путем будет не увеличивать концентрацию тех или иных активных веществ, чтобы организм их выводил, а расширять спектр терапевтического действия для того, чтобы каждый внес свою лепту. Если посмотреть на экстракт артишока, то это вообще кладезь эффектов, да, и здесь задействованы и биофлавоноиды, такие великолепные антиоксиданты, как гесперидин, кверцетин, рутин, которые обладают, как мы уже сказали с вами, лимфотонизирующим действием, укрепляют сосудистую стенку, усиливают обменный процесс, обладают противовоспалительным действием и поддерживают, стимулируют нам иммунитет. Также, конечно, нужно сказать про полифенолы. Я думаю, что можно будет покопаться, интереснее будет даже, может быть, разобрать более детальные, такие более сложные, тонкие нюансы действия полифенолов. Это и кофеиновая кислота, и хлорогеновая кислота, и инулин, который очень хорошо известен сейчас, и, мне кажется, находится в таком на определенном пике славы. Что делают полифенолы? Вот они как раз обеспечивают нам непрямое липолитическое действие. Они обеспечивают нам стимуляцию катаболических процессов, то есть они улучшают обменные процессы. А если мы говорим с вами о зиме, знаете, я сейчас могу привести шутку, которая вот в январе была очень актуальна. Да? Что такое, значит, январь? Это когда вокруг всегда темно, и я толстый. Но мы понимаем с вами, что большая часть из нас живет все-таки в условиях, где есть достаточно выраженные колебания по температуре, где зимний период, да, сопровождается снижением температуры, большей продолжительностью темного времени суток, да, уменьшением светлого, что часто приводит к снижению двигательной активности, часто приводит к тому, что, ну, мы замираем, как бы, да, мы
немножко снижаем, замедляем темпы жизни, потому что, ну, как-то нет сил, нет желания, нет интереса. И это запуск целого ряда процессов, которые тут же начинаются, да, у нас анаболическое действие, раз тут появились после Нового года какие-то лишние килограммы, мы заметили новую складку. То есть вот здесь полифенолы, они позволяют нам предупредить этот процесс. Если он запущен уже, то все-таки предотвратить его такие темпы развития, предотвратить скорость его развития, выраженность развития. Поэтому здесь я обращаю ваше внимание, что полифенолы артишока, они великолепно работают у нас на обменные процессы, на то, чтобы изменить вот эти вот обменные процессы, на то, чтобы их подстимулировать, на то, чтобы их ускорить, на то, чтобы улучшить выведение продуктов обмена, продуктов распада, нормализовать не только жировой обмен, но и углеводный обмен, что тоже очень важно. И, конечно же, это желчегонное действие препарата. Напомню, да, что когда мы говорим об артишоке, то здесь является противопоказанием желчекаменная болезнь, но, коллеги, я все-таки хотела бы обратить ваше внимание. Мы эту фразу взяли с вами из, ну, из истории мезотерапии. Я думаю, что сейчас нам надо немножко пересматривать отношения, потому что, ну, отступлю немножко, да, может быть, от эстетики и от там, патогенеза фокально-жировых отложений. Мы понимаем с вами, что процесс создания камней желчного пузыря – это процесс, который связан с нарушением обмена пигментов и нарушением оттока. И вот если это действительно выраженный калькулезный холецистит, который сейчас, учитывая, ну, легкость диагностики, я думаю, что должен быть диагностирован, то, конечно, мы не будем активно бить вот именно в этот компонент. Но, честно сказать, я думаю, что, вспоминая те времена, когда использовались огромные дозировки артишока, и эпизодически мы слышали с вами о случае, ой, вот у этой пациентки спровоцировалась колика. Я думаю, что это напрямую было связано с очень большими дозами, с тем, что мы брали артишок и огромными дозами стимулировали этот процесс. Сейчас, когда это один из компонентов препарата, вот такого комплексного действия, я не думаю, что он будет оказывать подобное действие. Потому что доза меньше, поэтому немножко стимулировать отток он, конечно, может, но речь не идет о том, что мы с вами запустим выведение камней. Да нет, наоборот, мне кажется, что процессы будут улучшаться, и тенденция к тому, что будут образовываться камни, она станет меньше. Но, безусловно, если мы знаем, что у нас пациент является таким счастливым обладателем, да, камней желчного пузыря, то, конечно, мы порекомендуем ему просто плановое оперативное вмешательство для их удаления. Ну и еще одна составляющая артишока – это микроэлементы, и здесь их достаточно много. Это и кальций, и калий, и цинк, и медь, и железо, и хром, марганец, селен и так далее. И я хочу обратить ваше внимание, что, например, тот же самый хром нам очень нужен для того, чтобы немножко влиять на пищевое поведение, для того, чтобы снизить потребность в сладком, потому что дефицит хрома очень часто проявляется именно вот этим неуемной жаждой чего-то сладкого, конфетки, шоколадки и так далее. Цинк – прекрасный регенерант. Медь – мы тоже знаем, что у нас очень много антиоксидантных ферментов, которые завязаны на изменение валентности меди, о том, что она может оказывать там антиоксидантное действие. И про железо, конечно, тоже я напомню, что это тоже как металл с переменной валентностью, за счет ее изменения железо может оказывать противовоспалительное действие, антиоксидантное. Ну и кроме того, мы понимаем, что, в общем-то, сейчас, мне кажется, ну, железо это такой один из, не знаю, как сказать, модных компонентов, компонентов, на которые все-таки обратили внимание, на скрытые железодефицитные состояния, на латентные анемические состояния. И это очень, конечно, важно, потому что в большей степени мы с вами работаем все-таки с женщинами. Ну вот я, знаете, думаю, что даже я бы попросила написать вас, какой процент мужчин в вашей практике занимает. Потому что я могу сказать по своей, что, ну, пожалуйста,
это все-таки точно меньше 10% в личной моей практике. Я больше работаю с женщинами. И, соответственно, если мы говорим о женщинах периода репродуктивного, а это большая часть жизни женщины, да, если взять тот период, с которым мы работаем с вами, то мы понимаем, что большая часть находится в состоянии постоянной, да, хронической потери железа, железодефицитных состояний. Вот именно поэтому, кстати сказать, я очень часто осторожностью отношусь к назначениям PRP-терапии. Понимая ее ценность и значимость, я все время ставлю на чаше весов, а стоит ли потеря крови тех эффектов, которые мы сможем с вами получить. Поэтому это всегда вопрос для обсуждения. Это то, что, я думаю, нужно задавать себе этот вопрос для того, чтобы понять на него ответ, для того, чтобы понять ценность этого метода в данном конкретном случае. Идем дальше. Экстракт лекарственного донника. У него прекрасное лимфотонизирующее, детоксицирующее действие, и он великолепно улучшает местное кровообращение. Ну что, коллеги, присоединяйтесь на самом деле к опросу по поводу количества мужчин в практике. То есть даже если это ноль, пишите, что это ноль. Я не думаю, что здесь есть что-то, ну, что хочется скрыть, да, ничего нет постыдного, потому что, да, так иногда случается, и в принципе мы можем... Вот, спасибо. Да, вот 0,01. Вот. То есть это действительно маленькие цифры, и я думаю, что в наших с вами возможностях, когда мы говорим о процедурах, улучшающих кровообращение, улучшающих кровоток, объяснять пациентам, доносить информацию, да, а что мы можем дать, какие преимущества мы даем. Ну, в частности, я могу сказать о своих пациентах, то есть вот многих моих пациентов, которые пришли, ну, пациентов с мужским полом, то есть чаще всего это все-таки у меня обращение это по потере волос и по акне. И если говорить, ну, вот сейчас про ситуацию потери волос, а очень много пациентов, связанных с пусковидными, ухудшением роста волос, пусковидной алопецией, то здесь я всегда говорю, что однозначно. То есть вот этап сосудистый, этап мезотерапии – это то, что должно быть обязательно. То есть вот этот кусок лечения мы с вами даже не обсуждаем, нужен он или нет. Без него мы не добьемся ничего, потому что в основе всех патологических процессов, да, дегенеративных, дистрофических, потери волос, потери упругости кожи и так далее, лежит нарушение, ухудшение кровотока. Ну и, наконец, мы доходим до экстракта фукуса. Я думаю, что, ну, все те, кто занимался, делал обертывание, проводил, да, использует наружную терапию, применяет косметику Жерна-ТИК в своей практике, я думаю, что вы все без меня знаете ценность экстракта фукуса. Это великолепное действие дренажное. То есть это очень мощный отток жидкости. Соответственно, вместе с этой жидкостью фукус обладает еще и экстрактом детоксирующим. Поэтому мы наблюдаем уменьшение объема, мы наблюдаем вывод, да, продуктов обмена. Поэтому, в принципе, когда мы говорим о том, что хочется как-то реабилитироваться, да, снять вот этот синдром интоксикации, который тоже, вот смотрите, мы поговорили с вами о том, что у нас идет за счет алиментарного, за счет гиподинамических составляющих может быть набор веса зимой. И когда мы говорим о том, что мы сейчас будем выводить, уменьшать объемы, улучшать отток, улучшать обмен жировой клетчатки, вы сразу должны вспоминать о том, что жировая клетчатка является местом хранилища массы продуктов обмена и токсинов. И, соответственно, когда мы говорим пациентам о том, что вам нужно сейчас вот вместе с этой терапией, вместе с мезотерапией, вместе с обертыванием, вам нужно увеличить поступление воды в организм, да, зачем мы это делаем? Для того, чтобы просто сбалансировать, для того, чтобы дать эту воду, потому что, ну, мы понимаем с вами, да, что за каждый холодный сезон образовалось какое-то количество новых жировых отложений. Со временем в них начинают оседать продукты обмена, да, продукты метаболизма гормонов, ксенобиотики. И вот когда мы запускаем процесс липолиза, когда мы запускаем процесс дренажа, мы же понимаем, что не пойдет разрушение вот этой последней созданной жировой клетчатки, да, это будет разрушение какой-то
общих, да, здесь жировой клетчатки, которая имеет разные сроки жизни в нашем организме присутствия, соответственно, и разный объем ксенобиотиков. Поэтому отток, вот это выведение метаболитов, продуктов обмена в кровь, мы должны его сбалансировать извне за счет питания для того, чтобы вывести эти компоненты и для того, чтобы не усилить токсическое действие на организм. Поэтому фокус великолепно работает вот с точки зрения детоксикации, уменьшения пастозности, отечности. У него также есть метаболическое действие. И я напомню вам, что экстракты морских водорослей, они очень богаты йодом, да, и йод является мощным активатором катаболических процессов. Здесь, конечно, мы получаем стимуляцию углеводного обмена, стимуляцию липидного обмена и в итоге получаем активацию катаболических процессов по сравнению с вот этим балансом катаболизм-анаболизм. Безусловно, у фокуса тоже есть ангиопротекторное действие, поэтому отчасти он, конечно, вносит свой вклад в укрепление сосудистой стенки. Давайте посмотрим, где мы можем применить ВЛД-Форте. Ну, на самом деле, я могу сказать, что да, я бы применила практически везде. Поэтому, вот как Эрин пишет, я согласна, да, что я тоже на ВЛД практически живу. И это препарат номер один, который появляется в назначениях. Потому что можно назначить сосудистый этап как монотерапия. И вот иногда, ну, мы знаем с вами, да, что нет такого диагноза вегетососудистая дистония, но, тем не менее, мы понимаем, что очень часто мы сталкиваемся, да, с такими астеновегетативными синдромами, с снижением работоспособности, какой-то слабостью, утомляемостью. И вот часто эту терапию можно назначить даже в возрасте достаточно молодом, то есть как первый этап даже знакомства с косметологией. Ну вот у меня есть такие пациенты, которые дети моих пациентов, которые давнишние знакомые со мной. И, конечно, мы понимаем с вами, что по прошествию какого-то количества лет косметолог – это, в принципе, ну, такое доверенное лицо человека, да, доверенное лицо пациента, нам рассказывают все. И дочка поступает вот в вуз, и вот что-то у нее никак учеба не идет, и у нее сил нет сесть поучить. И вот здесь мы можем абсолютно безопасно добавлять сосудистый этап для улучшения микроциркуляции. То есть иногда мы понимаем, что да, если она прекрасная, красивая, красавица, высокая, стройная, то у нее вполне возможно просто не хватает ударного объема сердца для того, чтобы доставить всю вот это вот весь необходимый кровоток с кислородом, со всеми необходимыми компонентами для всей периферии. Но голова у нас тоже является, в общем-то, периферически, да, расположенной, и мозговой кровоток, он тоже не всегда снабжается настолько, ну, насколько нужно. Почему в первой помощи мы говорим, да, о том, что голову вниз? Да потому что, чтобы усилить отток крови. Но мы не можем сказать, да, учите, пожалуйста, стоя на руках, да, стоя на голове свои лекции, свои билеты к экзамену, но при этом мы можем с вами сказать, что такой вариант, как сосудистая терапия с ВЛД-Форте, позволяет нам улучшить мозговой кровоток. Да, за счет периферического действия, но мы устраняем с вами параллельно и мышечный спазм, да, и спазм прекапиллярных сфинктеров, и мы просто за счет в том числе и механического раздражения иглой обеспечиваем приток к коже, а уже от кожи и более глубокие слои лучше снабжаются кислородом. Поэтому вот тот момент, который я здесь написала, да, вот эта монотерапия, я хотела бы прям его подчеркнуть и сказать, что вот эта монотерапия – это на самом деле бесценный такой дар, это то, что нужно рекомендовать. Я сейчас попробую ее прям вот так вот обвести. Вот монотерапия – это то, с чего вообще часто имеет целесообразность начинать знакомство, начинать работу с косметологией. И таким образом, в общем-то, мы сможем с вами дать понять новому поколению пациентов, что косметология – это не только про то, что мы устраняем морщины, это про то, что мы помогаем жить долго и счастливо и вполне полноценно. Далее, конечно же, мы понимаем, что каждый сеанс мезотерапии должен сопровождаться сосудистым этапом.
И это тоже очень важный момент, потому что очень часто мы понимаем, что появляются новые препараты. И мы слышим о том, что ну, вот этот препарат, а к нему никаких там ну, не назначали сосудистых, да, а к нему сказали, что этого будет достаточно. Ну и даже я могу привести пример из нашей собственной практики, то есть мы работаем много лет с препаратом Aprilin Hairline для лечения выпадения волос. И тоже, казалось бы, препарат длительного действия, препарат стабилизированный. Но, дорогие коллеги, вы же понимаете, что вводя его по волосистой части головы, мы понимаем, что мы повлияли, конечно, на периферический кровоток, но только в пределах волосистой части головы. Никогда и ничто не сможет заменить сосудистый этап мезотерапии. Поэтому, когда пациенты спрашивают, а вроде как к нему там не написано, не прилагается, да, конечно, но наша задача как врачей, как медицинских специалистов донести эту информацию в рамках обучения, в рамках вот таких мероприятий, как сегодня, о том, что это необходимый этап, это обязательно, да, и когда вот сейчас говорят, там, типа, ну вот это must. Да, вот это must, это то, что обязательно необходимо нам для улучшения микроциркуляции, для улучшения кровотока. Далее, конечно, если мы говорим о любой мезотерапевтической процедуре, то это первый этап терапии. И вот сейчас абсолютно точно искренне говорю вам, что на сегодняшний момент, ну, по результатам там, прошлых 3 лет, я вам точно скажу, что Велде Форте – это тот препарат, который я всегда использую на сосудистый этап. Именно его, потому что я знаю, что ну, это тот продукт, который позволит мне в любом случае получить весь широкий спектр эффекта. А как человек, который всегда старается оптимизировать временные затраты, да, ну, мне гораздо проще открыть одну ампулу, чем три, собрать какую-то последовательность внести. Безусловно, диффузные инъекции в рамках до второго сеанса, да, основного этапа мезосеанса, по той зоне, с которой мы работаем, если мы с вами обратили внимание на эту зону, это означает, что с ней что-то не так. Если с ней что-то не так, значит, нам точно нужно улучшать кровообращение и улучшать микроциркуляцию. Ну и, конечно, такие эстетические состояния, да, и состояния, которые мы с вами говорим об одних проблемах, да, и нуждах, но очень часто пациенты приходят к нам с другим, да, они говорят, мне нужно красиво выглядеть в купальнике. И, конечно, здесь мы понимаем, что и на начальных стадиях целлюлита это может быть монотерапия. Если мы говорим по более уже выраженной степени целлюлита того же, то это, конечно, этап и первого этапа, и второго этапа, да, который может использоваться и дополнять, и улучшать эффективность всех остальных наших этапов. Так что, конечно, на всех этапах, на втором этапе мезосеанса, очень часто мы используем и на третьем этапе мезосеанса для техники инфильтрации, для техники срединного глубокого напажа, когда работаем по телу. Поэтому, в принципе, ну вот такая поговорка, да, 7 бед, 1 ответ, а та вполне подходила бы для ВЛД Форте. Ну что, коллеги, спасибо большое. Я хотела бы резюмировать свое выступление тем, что ВЛД Форте – это устранение любых несовершенств путем улучшения микроциркуляции и ангиопротективного действия. И, конечно, мы с большим удовольствием поделимся с вами опытом и расскажем о том, как мы делаем это в своей практике. Спасибо, Людмила Игоревна, за столь содержательное представление этого препарата. Это действительно значимый препарат, и я согласна, вы сказали слово must по отношению к этому препарату, так оно и есть. Ведь ВЛД Форте – это тот препарат, который практически является пусковым или стартовым препаратом, особенно в подготовке тела к лету. И вы в своей презентации немножечко коснулись того, что без этой процедуры мы не можем даже подходить к коррекции эстетических проблем не только тела, но и по возрастным изменениям, и волосистой части головы, действительно. И вот, например, из своей практики могу сказать, что ВЛД Форте – это тот препарат, который можно использовать просто в монотерапии и получать шикарные результаты в отношении здоровья пациента. Потому что если мы улучшаем весь периферический кровоток, который кормит все наши органы, всех наших систем, то, ну, как не говорить о здоровье? И мне кажется, что это действительно препарат заслуживает
особенного внимания, как вы сказали, must-have препарат. Спасибо огромное, Людмила Игоревна. Я Спасибо. очень надеюсь на то, что вы примете участие в наших последующих беседах, потому что это будет целый цикл, и цикл будет периодически повторяться, и мы до лета познакомим всех наших коллег с тем, что мы имеем, поделимся своими протоколами, и я думаю, что вы в нашем, вернее, в числе участников нашего виртуального круглого стола все-таки будете. С Мы большим надеемся удовольствием. на это. Спасибо за Спасибо приглашение. огромное. Спасибо огромное. Ну что, коллеги, я хотела бы представить еще одного участника нашего виртуального круглого стола. Это косметолог, практикующий косметолог Джабраилова Кристина. Кристина работает на препаратах компании Теком, и я так полагаю, что Кристина очень любит инъекционную мезотерапию, да, инъекционные методы коррекции подготовки тела к лету. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Кристина, добрый день. Вот я вот вижу вас, я очень рада вас видеть. Поделитесь, пожалуйста, Кристина, своим протоколом, вашими наработками в совершенстве тела. Благодарю за возможность поучаствовать. У нас, получается, была такая ситуация. Пациентка обратилась после родов через 3 года с такой, получается, с дряблостью в области живота. Соответственно, утраченный тургор кожи. Хотела обращаться к хирургу. То есть тут только операционно. Она уже подумала, нужно ложиться на операционный стол. Но мы решили в качестве даже эксперимента попробовать. Мы взяли биорепарант 0,6 гиалорепаер. Он хорошо работает с утраченными объемами дермы, стимулирует клеточную активность и очень круто омолаживает. После первого применения препарата через 8 дней у нас прям значительно наблюдалась кожа такая явно яркая, сияет, упругая. Она прям была рада результатам. Соответственно, мы повторили процедуру через 3 недели. Работали мы уже линейно-ретроградной техникой. До этого мы работали папульной техникой. Поработали веерно. Спустя 10 дней пациентка отметила, что кожа становится эластичной, то есть, соответственно, восполняет утраченные объемы, плюс увлажнение хорошо поработало и отметила, что кожа стала не сухая. Далее мы решили попробовать Гиалуформ Deep Booster. Он тоже круто омолаживает, тоже круто работает с дермой и решили поработать с более глубокими тканями. Когда мы его применили, цель данная была создать среду для пролиферации и миграции фибробластов и вернуть синтез коллагена, то есть чтобы возобновить тургор. Мы поработали через 12 дней, соответственно, результат у нас улучшился. Плотность уже кожи была совсем другая. Ей стал нравиться свой живот, она могла уже оголить его, то есть так как девушка молодая. Плюс еще мы работали 4-5 месяцев, это был март месяц. Как раз мы подготавливали тело к лету. Собственно, поэтому сегодня тема прям полностью подходит под этот случай. Далее мы спустя 4 недели повторили еще раз Гиалуформ Deep Booster. И после Deep Booster мы для закрепления взяли биорепарант 0,6 и поработали более поверхностной техникой, чтобы закрепить результат. И, соответственно, видео у нас есть, где мы снимали до кожи живота, то есть прям, ну, актиничная кожа. Можно, в принципе, видео включить, я так думаю, там видно до, после. И после процедура совсем, кожа совсем живота другая. То есть там прям будем наблюдать. Плюс мы еще в домашний уход подключили, после комплекса процедур мы подключили Вигилип Плюс. То есть классный просто крем, я его просто обожаю, для стимуляции и регенерации. И чтобы защитить коллаген от истощения, вот то, что мы дали коже, чтобы это все сохранить, она уже пользуется на протяжении 7-8 месяцев.
ей результат нравится. Буквально вчера я с ней связывалась. Она рассказывает, что кожа не вернулась в то состояние, которое была. Ну да, такая работа проведена. Да, то есть все, говорит, прекрасно. И она говорит, я хочу возобновить. Буквально вот через месяца два она говорит, я запишусь, и мы возобновим еще раз для поддержки. Ну, я, говорит, не хочу, говорит, больше, говорит, входить в то, говорит, состояние, говорит, в котором была, поэтому она говорит, я хочу повторить процедуру, и, соответственно, она постоянно пользуется этим кремом. И кожа прям классная, я прям тургор трогала вчера, прям классно. Поэтому вот таким опытом я решила поделиться с вами. Наработка такая, мы честно, на свой страх и риск проводили, совмещали препараты, которые просто ради эксперимента. Хотелось просто осчастливить своего пациента, чтобы она не переживала то, что она хочет к хирургу, то, что это ложится, это наркоз, это вот это вот все. И мы смогли эстетически, инъекционно просто вернуть кожу молодость, кожу живота после родов. Это прям классно. Ну, здорово, конечно, что вы получили такие результаты. Я надеюсь, что вы, вернее, я уверена в том, что вы делали все эти инъекционные процедуры с обязательным первым этапом, да, вот о том, что нам сейчас, да, познакомила Людмила Игоревна с запуском, да, то есть без запуска, ну, получился бы такой результат. Однозначно, спасибо. И я полагаю, что вы, не называя препаратов, рассказали нам о препаратах линейки Gel Repair, где вы говорили о 0,6, да, и препаратах линейки Gel Form. Все эти препараты принадлежат, да, лаборатории Тоскани, да, научно-исследовательского центра Мартинекс, эти препараты. Кристина, скажите, пожалуйста, вы сами подключите видеоматериал или это там рисуночки, или мне? Мне подключить его? Да. Да, хорошо. И вы не уходите, мы будем с вами обсуждать картинки, которые мы получим. Так, это первое видео, которое было загружено. Давайте посмотрим его. Вы можете комментировать, если хотите. Это были папулы, проделанные, я так полагаю, препаратом 0,6, да? 0,6, да. Это так, или все-таки надо было первую ту включить? Это надо было включить. Хорошо, давайте, не вопрос. Давайте мы включим тот, да, вот этот, да, все. Спасибо, я просто, вот, и вижу, что это первый материал. А вот он почему-то не загрузился у вас, невозможно провести. Давайте, что-то не получается у меня загрузить. Так, модератор, в чем дело, кто загружал? Так, а вот этот у нас получается. Ну, давайте, комментируйте тогда это, хотя здесь есть звук. Да, это папулы 0,6, да? Да, это папулы 0,6 были выполнены. Это как раз уже закрепляющий результат, когда мы уже закрепили полностью нашу процедуру. Это как раз-таки после. А вот то, что не смогли загрузить там торт. Там, конечно, вы сейчас бы, если увидели, там прям кожа собирается. Я еще попробую сейчас еще раз. Нет, невозможно, что-то случилось. Ну, хорошо, рассказывайте тогда так, будем верить вам на слово. Да. Попробую я сейчас видео найти. Сейчас давайте, попробую. Может быть, у вас получится, потому что что-то у нас... Угу. У вас в материалах сохранился материал, может быть, загрузите? Угу, так, сейчас. Ну и, конечно, сейчас вот этот вот период подготовки тела к лету, это очень актуально. И, конечно, хотелось бы увидеть, я бы хотела увидеть результат до, потому что сейчас я вижу замечательный результат, прекрасный тонус, я даже как бы и не вижу симптомов, о которых вы рассказывали, даже представить себе не могу. Получается? Не получается. Загрузить. Сейчас я такой еще раз попробую. Вот, видите, у вас тоже так же получается, да? Вы то же самое видите. Сейчас попробую немножечко в другом формате. Давайте попробуем в другом формате. Это препараты, они очень интересны тем, что они нацелены в основном на работу с дермой. Вот, например, препараты линейки Gel Repair, ну, просто пока Кристина у нас там загружает информацию, попытаюсь, да. Все получилось? Невозможно. Нет, загрузить, не получается. В общем, опишите, пожалуйста, вот прям четко, да, вот четко пишите, что вы увидели, когда она первый раз к вам пришла. Потому что сейчас результаты потрясающие. Такое ощущение, как будто бы кожа, как вот в тряпочку, вот ее можно было вот так собрать. И даже потянуть?
Да, ее прям вот так можно было растянуть, и когда она получается, немножечко диафрагму вовнутрь, и у нее сразу вот тут такая тряпочка, и мы прям кожу тянули, эластичности ноль, получается, даже не ворачивается кожа обратно, то есть вот она, как мы ее схватили, так она и осталась, то есть полностью утрачены объемы, и, соответственно, здесь результат уже, когда мы в июне месяце, когда она уже позагорала, у нее кожа уже прям такая классная, она говорит, вообще, я, говорит, кайфую, то есть я могу, говорит, одеть купальник и не стесняться, что, говорит, я вот выгляжу, говорит, так. А до этого прям вообще, блин, очень-очень прям Комплексы, меня расстроило, что я не показала вам то. Мы как бы Ну, у нас связывались, будет я еще возможность. спрашивала. В любом случае у нас будет возможность посмотреть ваш. Да, вы можете прям потом даже в другом формате загрузить, и когда мы будем смотреть, может быть, мы это увидим в следующий раз. Спасибо огромное, замечательная работа. Я вот, например, увидев результат этой работы, я даже не могу представить себе, что было до, и как вы говорите, что можно было и растянуть кожу, и что она была в таком состоянии дрябла. Но замечательный результат. Спасибо огромное. Я думаю, что мы обязательно в свою работу примем и ваш протокол, попробуем привести, подготовить тело к лету. Спасибо огромное. Я тоже надеюсь на то, что Вам мы еще с большое. вами не раз встретимся в наших эфирах. Да, здесь у нас комментарии от наших слушателей. Ирина Борзова. Да, действительно, сосудистый этап архиважен, и здоровые сосуды – это здоровый организм. И мы уже это сегодня проговаривали, что микроциркуляторный этап мезотерапии и не только мезотерапия, а все, что можно, все, чем можно корректировать микроциркуляторное русло, это очень важный аспект нашей работы. Мы с вами косметологи, которые боремся за красоту, а красота навсегда связана со здоровьем. Спасибо огромное, Ирина Владимировна, за ваш вот такой вот... Кристина, я хотела поговорить, да, с нашими участниками, да, за их отзывы. Ну, Кристина, огромное спасибо вам тоже. Вы уже ушли. Ну и сегодня я хочу сказать о том, что вот говоря о дряблости кожи, и здесь мы говорили о мезотерапии, но к дряблости кожи можно ведь подойти и с позиции стимуляции собственных ресурсов кожи. И если мы говорим о стимуляции, а стимуляция это всегда агрессия для кожи, но, конечно же, это агрессия во благо, и вот, например, один из вариантов агрессии это инъекции, то есть это тоже во благо, и мы видели прекрасные результаты. Но я сейчас хотела бы в качестве примера агрессивной процедуры привести все-таки химические пилинги. И я хочу пригласить к нам человека с неуемной любовью к пилингам, пониманию механизмов, которые происходят в тканях при проведении того или иного пилинга для получения потрясающих результатов. И хочу пригласить к нам в эфир Трактирову Ирину Владимировну. Добро пожаловать. Вы где? Ирина, присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Я вас пока представлю. Это врач-дерматокосметолог, тренер группы компании ТЭКОМ, вернее, учебного центра ТЭКОМ, простите меня, и член Казахстанского общества терапии. Добро пожаловать. Добрый день, Ирина. Добрый день. У Я меня рада вас сразу же видеть. вопрос. Когда мы работаем с локальными жировыми отложениями, готовим тело к лету, лишаем наше тело жира. Кожа испытывает стресс. Кожа. Однозначно. Сама кожа, скорее Да. всего, ткани Вот подкожные, скорее ткани, всего, да. да. Кожа уже изменяет свой внешний вид. Конечно, конечно, Поэтому однозначно. посадили ее на диету, лишили ее такой возможности питаться правильно, все равно уже полные люди, посмотришь на них, они достаточно так вот свежо выглядят. По сравнению с тем, кто, например, такой сухой, поджарый, да? Вот. И здесь мы сделаем локально-жировые отложения, лишили, то есть, бархатистости, увлажненности. Жир играет огромную роль все равно в нашей коже. Это запасы. Даже Это когда... запасы, конечно, энергетические. Да, и когда, например, женщина переходит в период менопаузы, она набирает определенное количество подкожно-жировой. Да, что это? Заменяем какую-то часть гормонов, скажем так, да? Ну, уже не будем внедряться в самые глубокие научные словесные изыскания.
И получается, что мы должны коже своей помочь возместить все свойства репарации, восстановления. Как мы можем это сделать? Так как я очень люблю пилинги и очень люблю ретиноевый пилинг, потому что он у нас, есть у нас стимуляторная, есть регуляторная терапия. И здесь мы, благодаря ретиноевому пилингу, учитывая его воздействие на кожу, а прежде всего на рецепторы клеток, которые формируют наши ткани. Верно? Умит, молчит, слушает Я внимательно. внимательно вас слушаю, потому что я знаю вашу любовь к пилингам. Я знаю, что вас нельзя просто остановить и что-то вставить, потому что вы просто обожаете пилинги и будете рассказывать просто потоком. У нас вчера тоже был спор с сосудистым хирургом по поводу подготовки кожи перед лазером. Он говорит, не надо ретиноевого пилинга. Я говорю, надо. Мы спорили долго и упорно, друг другу ничего пока не доказали. Итак, значит, мы, получается, что лишая в локально-жировых отложениях определенное количество подкожно-жировой клетчатки, мы истощаем запасы. Запасы есть, нам нужно его восстановить. Каким образом? Запустить процесс восстановления, то есть процессы обновления запустить эпидермиса и дермы. Потому что у нас ретиноевый, он эпидермально-дермальный. Это удивительный пилинг, который ничего не повреждая, запускает все процессы. Какой же, если ничего не повреждает? Нам нужно проникнуть на более глубокие слои кожи. Практически воздействовать на дерму. Каким образом мы можем сделать? Конечно, мы можем сделать ретиновый блок, отшпил, гель. Почему? В составе у нас димексид. А если кто, например, не знает, что в составе геля есть димексид, а где у нас еще димексид? Во всех аптечных препаратах, которые мы наносим на суставы, которые у нас болят. Для чего? Для того, что он проник глубоко под кожу, практически в кровеносное русло, перенес туда составляющие основные лечебные компоненты. Здесь компонент у нас идет ретиновая кислота, которая, сидя на димексиде, проникнет у нас через все слои кожи, засядет на рецепторы клеток. Мы будем работать на формирование тканей, которые нам нужны, которых мы или лишились, или которые у нас атрофировались, например, диета, активные спортивные занятия, это тоже стресс для мышц. Если это идет период менопаузы, сколько мы теряем? Нам нужно это все восстановить. У кожи может и у тела, у организма самого снижаться репродуктивность сама. Мы не можем восстановить его просто откуда-то извне. Да, мы будем работать с сосудистым этапом. Замечательно, кстати сказать, после сосудистого этапа ВЛД можно потерять от 3 до 5 килограмм. Уже здесь можно похудеть. Потому что там противоотечный эффект, Да, лимфодренажный, я хотела вот. сказать. И здесь уже дренаж, когда у нас падает, если мы даже посмотрим на лицо, если у нас сильная отечность на лице, есть дренаж, здесь получается у нас, всегда говорят, не с глазами, вокруг глаз состояние стало хуже. Мы начинаем говорить о том, что ушел отек, а кожа потеряла свою эластичность, растягивается, нам нужно все это восстановить. Мы здесь будем работать с пилингами. Мы можем работать с пилингами поверхностями на теле и потом, например, фолликулярный гиперкератоз, да? Мы можем поработать на теле, а потом подключить ту же самую любимую косметику жирный тип. Лучше ее ничего не сработает. Но если у нас это живот, если у нас это дряблость поверхности рук, плеча, внутреннее состояние бедер, здесь мы уже поверхностными пилингами не сработаем. И никакой другой препарат нам не даст такого мощного восстановления изнутри собственных резервов. Здесь именно будем работать ретиновым пилингом. Из-за того, что мы запускаем активность фибропласта. Фибропласты синтезируют коллаген и эластин. Это что? Это лифтинг. Мы Возраст синтезируем кожи однозначно. гиалуроновую кислоту. Да, это все синтезируем работу других гликозамин гликанов. Это все из чего состоит дерма. Если у нас дерма активная, скажем так, пухлая, толстая, значит эпидермис будет у нас эластичный, выровненный, без пигментации, без рельефа, без лишнего.
будет эластичность. Поэтому я считаю, что если мы работаем на локальное жировое отложение, если мы работаем на растяжке особенно, а ретиноевый пилинг у нас великолепно работает на все виды рубцов, он их не только разрыхляет, он и восстанавливает эластичность, тот же самый коллаген эластин, будет стягиваться. А когда идет, я имею в виду, будет стягиваться рубчик, будет стягиваться стрия. Когда обычно бывает стрия, если тем более это фототип 4-6, кожа смуглая, стрия белая растянутая. Очень многие женщины стесняются не просто там на пляж выходить, они даже стесняются раздеваться где-то вот перед своими родственниками, стесняются. Высветляется роговой слой. Стягивается сам рубчик, стягивается сама острия. Здесь мы можем подключить в домашний уход впоследствии космецевтику. Почему мы именно можем работать ретиноевым пилингом? Потому что это вот основной пилинг, который реконструкцию тканей запускает... скажите мне слово, я забыла. Мы работаем... О чем? Что подсказать? Когда мы работаем ретиноевым пилингом, мы работаем на все слои кожи. Когда стимуляция однозначно идет стимуляция. Да. На уровне рецепторов, да. Угу. Если мы работаем инъекционными методиками, мы работаем извне, вводим питательные вещества. Угу. Если мы работаем ретиноевым пилингом, мы заставляем кожу восстанавливаться изнутри. Да, стимуляция идет из самих резервных возможностей всех клеток наших. Из всех резервных возможностей клеток. Поэтому я думаю, если мы делаем инъекционные методики по работе с телом, их обязательно нужно чередовать с ретиноевым пилингом. Будет эффект именно стойкий. Взаимодополняющая однозначно, да. Взаимодополняющая будет очень хорошая терапия. Поэтому просто проколоть липолитики и на этом остановиться не даст никакого результата. Если мы запускаем все процессы микроциркуляции, и ретиноевый пилинг у нас здесь очень хорошо работает на ангиогенез. Мы взращиваем все необходимые сосуды, которые нам нужны. Новые сосуды, конечно. И поэтому, когда поработаешь именно курсом, будет эффект намного глубже. Когда его нужно начинать? Конечно, сейчас. Пока у нас есть возможность не показывать телу летом. И я бы поработала вообще на тело пилингом и руки, и ноги, и тело. Конечно, это будет определенная зона, 6-8 ладоней клиента, не более. Есть там противоказания определенные, но мы уж сейчас не будем их обсуждать. Для чего? Загорать мы любим очень сильно. Фотохроностарение, эластоз. У меня есть клиенты, которые просто обожают солнце. Какие они приходят? Зона декольте. Она просто усыпана, как будто это сплошные веснушки. На самом деле это проявление хронов. Фотоповреждение, да? Фотоповреждение, которое мы ничем не можем вылечить. Что мы работаем? Мы работаем инъекционно, мы работаем пилингами, и мы работаем космецевтикой на усиление эффекта в домашний уход, переходя в лето. Поэтому без пилинга мы здесь никак не поработаем, потому что именно ретиноевый пилинг у нас будет хорошо работать на хроны и фотостарение. Очень хорошо будет работать на эластоз. То есть ткани эпидермиса и дермы должны иметь между собой связь. Здесь ретиноевый пилинг у нас работает великолепно. Мы восстановим эту связь, восстановим толщину, плотность эпидермиса и дермы, потому что... ретиноевый пилинг садится на базальный слой, там, где формируется живая клетка. Живая клетка появляется, начинает подниматься наверх, восстанавливать все слои своей кожи. Поэтому параллельно с инъекционными методиками, особенно декольте, живота, внутренних поверхностей бедер, рук, обязательно я рекомендую работать с ретиноевым пилингом. Потому что мы поработаем, сядем на базальный слой, и восстановим естественное формирование ткани. Естественное защиты в том числе тоже, да, потому что эпидермис – основная защита. Да. На меланоциты поработаем. У нас уже не будет так сильно кожа реагировать на стресс. Среагирует, да, определенным там степенью загара, но уже
каждая клеточка меланина будет формировать, врастать в определенные клетки. Стресса не будет, он не будет давать дополнительное пятно. Мы хорошо выйдем из лета в зиму. Я сама по себе где-то в апреле делаю обязательно ретиноевый пилинг себе на кожу лица, шеи, декольте. И могу сказать, что старческие пятна не проявляются. Практически. Ну, возрастные, давайте красиво. Возрастные пятна практически не появляются. Можно иметь морщинку, можно иметь и птоз, и изменение овала лица. Но если у тебя лицо сияет, это совсем другая старость. Ну, из ваших слов мы так поняли, что все-таки хорошо чередовать пилинги ретиноевые с мезолечением. Да? Чередование – это не только одно, но и чередование. Да, действительно, я подчеркнула из вами сказанного, что вот в отношении стрии, в отношении дряблости, плотности, дряблости, вялости кожи мы сокращаем глубину нашей атрофии в отношении стрии. Мы, конечно же, придаем плотность за счет того, что вы стимулируете, да, все извне, это собственные резервы, и выработка, и работа активизируется самого фибробласта. Мы знаем, что фибробласт – это король дермы, который контролирует все вокруг себя. Ну и, конечно же, это стимуляция коллагена, эластина, глюкозаминогликанов, и в итоге прекрасная плотная кожа, хороший тонус, хороший тургор кожи. Здесь у нас поступил вопрос, у меня еще будет к вам вопрос относительно вашей презентации, от слушателей. Акмарал задает нам вопрос. Ретиноевый крем подойдет в замену препарата блока HPL гель? Лучше, конечно, гель, потому что по телу идет именно гель. Потому что в составе димексид, который очень сильный энхансер сам по себе. Если вы будете работать ретиноевым кремом, вам обязательно должен энхансер быть. Какой энхансер вы добавите? Это может быть салициловая кислота. Очень хороший кератолитик, кератопластик. Я бы рекомендовала не поверхностные пилинги АХА-кислоты тогда, а рекомендовала бы салициловый пилинг. Потому что он будет энхансером, проводником для ретиноевого пилинга крема. Если крем, да, если крем, Акмарал, понятно, да? То есть если вы хотите использовать ретиноевый крем, то лучше взять какой-то еще дополнительный продукт, который поможет поглубже пройти. Спасибо огромное. Да, еще у меня такой вопрос. Ирина, вы сказали, что нужно делать несколько процедур. Скажите, пожалуйста, периодичность процедур и курсовую нагрузку процедур проведения химических пилингов. Как вы их еще можете связать с инъекционными методами? То есть как чередовать или пройти сначала одно, потом перейти к другому? Вот ваши рекомендации. Я бы, наверное, скорее всего, начала с того, что провела, конечно же, процедуру сосудистого этапа обязательно. После того, как увидели снижение веса, это мы можем видеть по своей одежде, это прямо банально, как можно определить, что я начала двигаться в сторону уменьшения лишнего веса, скажем, там, и локально-жировых отложений. Проколола бы локально-жировые отложения. Инъекционной методики провела, увидев, что есть немножко уже вялость, дряблость. Сдвиг есть, сдвиг пошел, кожа стала мягкая, значит, все, воду выгнали, пора приступать к уплотнению кожи. Просто сделать ретиноевый пилинг на тучное тело, отечное, пастозное, с жировыми отложениями смысла не будет. Просто нам нужно подготовить место, скажем так. Само. Когда уже пошел процесс, мы подключаем ретиноевый пилинг. Сделали, мы можем его делать один раз в месяц, если достаточно плотная кожа. Если у нас там мелкоморщинистый морфотип и сама сухонькая женщина, худенькая, мы будем у нее, скорее всего, мы немножко продлим период. Мы можем сделать полтора месяца. Полтора месяца, да. А в курсе сколько нагрузка курсовая, какова для ретиноева именно гелевого? Да. Ну, три процедуры 100%. Достаточно. Да. И вот вы сказали 8 ладоней. 8 ладоней. 6-8 ладоней. Это достаточно, чтобы там животик, боковые валики, нижние конечности. Ну, мы как работаем? Мы работаем сначала на одной зоне. Да, одна эстетическая зона, это у нас просто. Если у нас, например, проседает и внутренняя часть плеча, бедра, живот, здесь мы комбинируем. Сначала одно делаем, или, например, сделали ретиноевый живот,
инъекционно работаем. На следующий раз мы можем там через недели-две сделать руку, руки, сделать бедра через 2 недели. То есть мы в одну процедуру все не делаем, потому что это будет чисто вот физически очень тяжело переносить, зуд все равно будет. И у меня такое замечание, мы делали в Актау руки косметологу и закрыли вот эту часть пленкой, верхнюю часть вот эту. И я хочу сказать, что продлилось дискомфортное состояние, как будто бы как раздражение. Поэтому лучше салфеткой какой-то ХБ закрыть. Прикрыть, если... да. Или подождать, да, пока подсохнет. В принципе, быстро. Не подсохнет, да. Если замотать пленкой, очень сильное раздражение идет. Поэтому здесь учитывать косметологам, да. Вот рука не так под перчаткой нейтриловой чувствуется, как чувствуется сама рука. Прям раздражение. Но шелушится прям буквально так же, как со змеи слазит часть. Как змея поменяла кожу. Но вот возрастные изменения, возрастные пятнышки идеально высветляются. Руки прям бархатные становятся. Ну да, да, если мы сейчас прям начнем проводить ретиноевые пилинги, то, наверное, к лету мы будем просто совершенны. Спокойно наденем купальник и будем в них щеголять. Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что мы с вами еще не один раз встретимся за нашим виртуальным круглым столом. Спасибо. Да, уважаемые коллеги, здесь, по-моему, у нас получилось загрузить. Кристина, вы можете вернуться к нам в эфир ненадолго, если вы здесь, если вы еще не убежали. А можете? Да, я вас хочу попросить прокомментировать вашу пациентку. Прекрасная картина, я вот сейчас вижу, и то, что я увидела во втором фильме, ну, это потрясающие результаты, согласитесь. Смотрите, насколько здесь дряблая кожа, насколько... Да, Кристин, вот, спасибо большое, да. Спасибо за то, это что вы сделали. Да, да, ну вот, прокомментируйте, пожалуйста, действительно, результаты, я потрясена тем, что я увидела после, и вот я сейчас вижу до. До, после, да, сразу видно результат. Вот как раз. А вот то, что вы здесь говорила. Прорисовали, что вы здесь вот прорисовывали мелком? Мы прорисовывали жировые. То есть жировые ткани мы работали с липолитиком, да, мы поработали чуть-чуть с липолитиком, и потом уже работали с процедурой с гиалорепайером, с биорепарантами, короче, включили мы все это в процедуру. Ну, лишь не у нас был очень такой большой комплекс, но так как у нас тема, мы готовим, да, тело к лету, и мы включили все, и сосудистый запуск, и локальные жировые, но мы буквально процедуры 2-3 нам понадобилось для липолитика, буквально 2-3 процедурки, и потом уже мы включили гиалорепарант. Спасибо огромное, Кристина, огромное спасибо, вы так убежали, мы даже не успели попрощаться с вами, вот, я надеюсь, что мы с вами еще не раз встретимся, я просто потрясена результатами ваших работ, спасибо огромное, что поделились ею, спасибо огромное. Ну что, сегодня мы с вами услышали, подождите, пожалуйста, мы с вами услышали о агрессивных методах, да, все это были иглы, это был пилинг, и он, в общем-то, непростой пилинг, он действительно, так как еще в составе есть димексид, он заставляет проникнуть немножко глубже, что как-то пациенты чувствуют некую вот принадлежность к тому, что они проводят этот пилинг. Это очень чувствительный пилинг, да. И вот все это, конечно, агрессивные, во благо агрессии процедуры. Вот. Но есть, наверное, очень много препаратов наружного действия, наружного использования. И все эти препараты, конечно, при нанесении их, они не дают никакой болезненности, никакой чувствительности, вот то, что мы до сих пор говорили. Но есть сомнения у очень многих косметологов, настолько ли действительно они оправдывают свое применение в плане их показаний, что они действительно могут выравнивать рельеф наружными средствами, получится ли тот результат, который мы хотим на уплотнение кожи, например, будут ли результаты лимфодренажного действия, потому что препараты наносятся наружнее и работают, как мы многие считаем, только на уровне эпидермиса, и действительно ли оправдано нанесение наружных средств
или для поддержания всего того, что мы сейчас проговорили, вот этих агрессивных методов, или в самостоятельном использовании. Вот для получения ответа на этот вопрос я пригласила к нам за наш виртуальный круглый стол косметолога с огромным опытом работы, с нашим тренером учебного центра ТКОМ, владелицей учебного центра в городе Караганда, члена Казахстанского общества мезотерапии ПАК Светлану Викторовну. Светлана Викторовна, вы где? Я вас приглашаю к нам в эфир. Светлана Викторовна – человек, давно познавший волшебные свойства продукции космецевтики «Жирный тик» и вносит этим огромный вклад в продвижение продукции портфеля ТКОМ. Я знаю, что вы очень сильно любите «Жирный тик». И вот поделитесь, пожалуйста, своим мнением, действительно ли оправдано нанесение наружных средств на кожу для получения красивого тела и подготовки его к лету. Добро пожаловать, вам слово, Светлана Викторовна. Здравствуйте, Умидбек Мухамедовна, здравствуйте, дорогие участники сателлитной встречи. Спасибо большое за приглашение. Я буду рада сейчас рассказать о действительно самой любимой и не устающей удивлять своими результатами космецевтики. И линейка конкретно по работе с телом, состоящая из 4 основных продуктов. Ну, хочу сказать, во-первых, я очень порадовалась. Порадовалась тому, что за вот те годы, которые я провела в косметологии, так продвинулись наши методы. У нас их столько появилось, и мы можем их сочетать, мы можем их выбирать, мы можем их назначать в соответствии с желаниями, настроениями, с учетом состояния здоровья наших пациентов и, соответственно, результаты получать. Здорово, что можно сочетать пилинги и мезотерапию. В свое время, когда я начинала только свой путь в косметологии, это были только массажные техники. И более мы ничего предложить не могли. Сейчас к массажам еще у нас добавилось очень много методик, которые, повторюсь, мы можем сочетать, мы можем проводить в кабинете. Но результат – это всегда работа и косметолога, и самого пациента, и его желание, и его дисциплинированность. И вот здесь как раз-таки очень уместно и очень эффективно применить наружные средства. Средства, которые мы наносим на кожу, и жирный тик – это особая любовь, особые препараты. Почему? Потому что мало того, что они зарекомендовали себя на рынке уже десятилетиями эффективностью своего применения, так еще и разработка этих препаратов тоже была очень длительная. Исследования, которые были проведены, прежде чем эти препараты дошли до нас, они просто имеют огромное проведенное время. Не хочу, сейчас сама себя останавливаю, потому что буду очень долго и с большой любовью рассказывать, как это происходило. Невозможно остановиться, когда говоришь о жирных. Невозможно. Тем не менее, учитывая тему сегодняшней встречи, остановлюсь на 4 препаратах. Это лимфодренажный лосьон «Лимфа». Название само за себя говорит. Лосьон, который улучшает лимфоток, который включает нашу канализационную, так сказать, систему. Лосьон, который будет применим для каждой женщины не только в период подготовки к летнему сезону, не только для того, чтобы откорректировать фигуру, для того, чтобы сохранить здоровье. То есть это отеки, если они связаны с профессиональной деятельностью. Мы, косметологи, в первую очередь клиенты лимфа, потому что сидим целый день. Это и парикмахеры, это и бортпроводницы, и мы, когда мы путешествуем, да, много летаем, много ходим по экскурсиям. Вот лимфа, его нельзя просто не использовать. Он нужен всем и всегда, потому что он позволяет
и ухаживать за кожей, и предупредить появление вот тех самых застойных процессов, которые, к сожалению, с возрастом у нас все чаще и чаще появляются, а иногда еще и сопровождают наших молодых мамочек или беременных женщин, пока они вынашивают ребенка. Тоже лимфа мы можем назначать беременным, предупреждая появление вот тех самых отеков, предупреждая и борясь с ними, и ухаживая за своим телом. То есть лимфа – это тот лосьон, который нужен всем. Его применение несложно, потому что флакончик с распылителем достаточно нанести его на основные лимфоузлы, на проекцию основных лимфоузлов. То есть это под колено, это паховые лимфоузлы, это подмышечные лимфоузлы, зона солнечного сплетения и надключичные лимфоузлы. Вот просто нанеся несколько спреев, распылив лосьон и мягкими движениями впитать, уже будет позитивное действие оказывать на нашу кожу, на наше состояние, на своего рода и детокс действия проводить, потому что лимфоток усилится. И если мы говорим о программах коррекции тела, то лимфа будет участвовать абсолютно во всех таких программах. Независимо, это коррекция целлюлита, это коррекция локальных жировых отложений. Мы знаем, что две эти проблемы имеют разные у себя механизмы возникновения, тем не менее зависящие друг от друга. Это уход за телом, это восстановление качества кожи. Лимфа содержит в своем составе компоненты, которые позволяют всем остальным активным веществам, всех остальных препаратов лучше проникнуть в клетки нашей кожи. И, естественно, действие их будет ярче. Васкоартера – это второй по значимости, наверное, а может быть даже первый препарат, который мы будем использовать для восстановления той самой важной для нас микроциркуляции, кровообращения. Сегодня мы уже эту тему трогали, и многие спикеры, многие докладчики важность сосудистого этапа, важность работы с сосудистой системой подчеркнули. Так вот, васкоартера – это тот самый крем, который при регулярном использовании, дисциплинированном нанесении может помочь нам поддержать здоровье сосуда. И, как следствие, получить здоровую тело, здоровую кожу тела. Безусловно, он будет ведущим препаратом в коррекции и в лечении проявлений целлюлита. И если даже мы с вами применим в домашнем уходе лимфа и васкоартера ежедневно, а еще лучше два раза в день, то через несколько недель, буквально 2-3, вы уже увидите изменения, насколько лучше стала ваша кожа. Если такая система будет дополнять процедуры, которые проводятся вами в кабинете, будь то мезотерапия, которой вы активно воздействуете, давая, доставляя иголочкой необходимые вещества, воздействуя на решение этой эстетической проблемы, на ее основную причину, то лимфа и васкоартера будут дополнять вот такие уходовые процедуры. И результат вы получите значительно быстрее. Если, кстати, о коррекции целлюлита, я уже сказала, что бывает достаточно двух этих препаратов. Не всегда есть необходимость назначать остальные. И получив уже выравнивание рельефа, то есть выраженность целлюлита становится меньше, мы можем подключить крем, который будет работать непосредственно с тонусом кожи. Но до него мы чуть позже дойдем. А сейчас я обращу внимание на крем антипогаст.
Ну, сказать, что уму непостижимо, да, потому что все, кто впервые начинает пользоваться этим кремом, с удивлением отмечают не только снижение объема жировой ткани, но еще и изменение наших пищевых привычек. То есть каждый говорит, меня меньше на сладкое тянет. Мне показалось? Нет, не показалось. Действительно, адипогаста позволяет корректировать наш с вами метаболизм, восполняя те самые дефициты в клетках, которые и привели к накоплению вот, жировых отложений. Адипогаста работает со здоровьем, с эндокринной системой нашего организма, нашего тела. И мы получаем и снижение объемов локально-жировых отложений, и улучшение общего самочувствия. Вот адипогаста, если мы боремся с локально-жировыми отложениями, я бы посоветовала подключать уже после нескольких недель применения лимфа и васкоартера. То есть, когда мы с вами подготовим наше тело, нашу кожу именно к расщеплению жиров, именно к липолизу. И адипогаста есть смысл наносить именно на зоны, на те зоны, где нас и беспокоят вот эти жировые накопления. Ну и когда уже объемы у нас хорошо уйдут, когда у нас уже изменится рельеф, и мы захотим подтянуть нашу кожу, вот именно на этом этапе мы будем подключать крем, который работает непосредственно с тургором кожи. Крем, который называется Санита. Составы этих препаратов, потому что крем, наверное, это неправильное название, слишком большая работа для их создания была проведена, слишком много усилий тратит компания-производитель на то, чтобы получить те самые активные компоненты, доступные, ферментированные, легко усваиваемые клетками нашей кожи. И продуманная трансдермальная доставка, то есть несмотря на то, что мы наносим на кожу, эти активные вещества проникают очень глубоко в ткань. И, повторюсь, воздействуют и на проблемы кожи, и на связанные с их появлением проблемы в организме. То есть тот самый девиз – красота через здоровье. Поэтому я всегда советую, и более того, повторюсь, что лимфа, иногда и васкоартера, и у меня самой, и знаю, что практически у всех выступающих сегодня в домашнем уходе. И многие клиенты уже знают, что это та космецевтика, которая работает, несмотря на то, что мы наносим ее просто на кожу. Они видят эти результаты, они их чувствуют на себе, и мы достигаем с ними тех результатов, которые запланировали. А чтобы подтвердить свои слова, хочу вам и вдохновить вас для работы. Хочу показать результат нашего косметолога карагандинского Ирины Кимовны Свиридовой. Это работа с телом только препаратами Жерметик. Только. В течение 4 месяцев, 2 раза в день, были препараты, наносились на тело. Лимфа и васкоартера наносились с утра, лимфа и адипогаста вечером. Это выбранная лично Ириной Кимовной схема. И вот результат, который зафиксирован на данном фото, был достигнут только при применении препаратов Жернотик, при нанесении их непосредственно на кожу. Согласитесь, потрясает. Да? Вдохновляет, потрясает, и никаких у нас противопоказаний к применению этих препаратов не было. В то время как к нам иногда обращаются люди, хочу похудеть, но есть противопоказания к тем же, к сожалению,
пилингов, когда мы не можем рисковать здоровьем человека. Есть противопоказания к проведению мезотерапевтических сеансов. И тогда наше спасение – это космецевтика «Жирный тик». К противопоказаний к применению этих препаратов, повторюсь, нет. Беременность, лактация тоже не являются противопоказаниями. И если кто-то еще не пробовал их на себе, не назначал своих клиентов, я с удовольствием приглашаю на наши семинары, на наши обучения, где мы очень подробно разберем и все составы, за счет чего эта космецевтика дает такие вот результаты, несмотря на то, что мы просто, некрасивое слово скажу, помазались. Да, вот. Знаете, вот сколько вы вот нам предоставили, вернее, представили эти препараты, и опять-таки важность хорошей работы микроциркуляторного русла или периферического кровообращения, и здесь была подчеркнута. Я просто не устаю удивляться господину Лапорту в том, что еще он в то время уже думал о микроциркуляции и создал для нас такой замечательное средство, которое даст нам здоровье. Ведь, опять-таки, подчеркиваю, микроциркуляция – это не только красота, но и здоровье. Все время я никогда не устаю изумляться тому, что Лапорт для нас создал целый мир, да, действительно, который приводит нас к такому здоровью. Я, Медведь Муховедовна, с вами абсолютно согласна. Ирина Владимировна, за ваш комментарий огромное спасибо. Действительно, жирный тик – без мезотерапии, когда ее еще не было, да, в нашей активной практике, тоже можно получать прекрасные результаты. И хоть и говорят, не сотвори себе кумира, да, но я не могу не восхищать. Это действительно кумир. Я понимаю тех слушателей, которые, может быть, где-то в голове у них пронесется, что это какая-то, может быть, реклама, что мы действительно хвалим тот продукт, который у нас есть в руках. Но поверьте, испытав на себе действие всех препаратов космецевтики «Жирный тик», вы не останетесь равнодушным к результатам, которые вы получите. Правда же? Действительно, абсолютно, это абсолютно. И работа «Жирный тик» не ограничивается только домашним уходом. У нас есть великолепные протоколы применения этой космецевтики, усиленные смазками в кабинетах. То есть вернусь к тем пациентам, которым мы не можем в силу их состояния здоровья проводить сеансы мезотерапии или сеансы пилингов, но мы хотим сохранить здоровое тело или откорректировать какие-то недостатки, мы можем назначить курс процедур в кабинете и прийти тоже к результатам, которые всех удивят, вдохновят. И меня до сих пор, несмотря на 8 лет стажа в «Жирный тик», не устают удивлять. Да ладно, да не может быть. Вот эта фраза, она очень часто звучит. То есть без иголки, без агрессии, только наполнив клетки тем, чего им не хватает, мы можем получить вот такое прекрасное тело к сезону летнему и сохранять его очень долго. А Светлана Викторовна, ну еще один последний вопрос. Спасибо вам огромное, действительно содержательная у нас беседа. Представление этих препаратов, оно, ну, лучше некуда. Скажите, пожалуйста, когда можно приступить к применению этих препаратов, например, после того, как бы вот нам Кристина представила себе нам мезотерапию, и после химического пилинга ретиноевой конкретно гелевой формы, после вот пилинга? В какой промежуток времени мы можем подключить эти препараты? Через сколько дней после процедуры? Спасибо, спасибо за вопрос, Медбит Мухамедовна. Безусловно, после пилингов, да, я начну с пилингов, должен пройти самый ранний восстановительный период, то есть когда кожа отшелушится и полностью наш эпидермис будет восстановлен. Именно тогда мы можем именно на эту зону начать применение жирный тик. Но мы знаем, что космецевтика «Жирный тик» работает еще и по системе энергетических каналов. То есть если мы делаем пилинг на область живота, нам никто не запрещает использовать тот же лимфа- и васкоартера на зоны
Да, совершенно верно. На зоны, имеющие много окончаний наших энергетических каналов. Это для тела это ступни в первую очередь. То есть, нанося лимфа и васкоартера на ступни в период восстановления после пилинга либо после мезотерапии, мы будем усиливать этот результат и продолжать работать с телом. А если мы говорим о местном применении после этих процедур, то для пилингов это, я думаю, 7, 10, 14 дней, опять-таки, исходя из индивидуальных особенностей, из типа кожи. Как только восстанавливается эпидермис, мы можем использовать Джернетик. Если это мезотерапия, то здесь 3-5 дней после процедуры, и мы можем применять космецевтику местно, на ту зону, которая инъецировалась. Спасибо огромное, Светлана Викторовна. Ну, просто спасибо. Ваша любовь к Джернетик, она во всем. В каждом вашем слове. Спасибо большое, Медбек Мухамедовна. Вы приняли в этом немаловажное участие, не маленькое, потому что спасибо огромное. В Джернетик меня влюбили именно вы. Спасибо большое да. вам за это. Я очень надеюсь, что вы примете участие в наших последующих сателлитных встречах. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня нас посетили. И спасибо большое с нами за приглашение. С обсуждением за нашим виртуальным круглым столом. Спасибо огромное. Буду рада быть полезной и поделиться и своим опытом коллег с удовольствием. Спасибо. Ну что, уважаемые коллеги, на этом первый блок нашей сателлитной встречи на пути к совершенному телу или подготовке тела к лету мы завершаем. Ждем вас в наших следующих встречах, где продолжим обсуждать еще не один протокол, как подготовить тело к лету для создания красивого тела. Мы ждем вас. Оставайтесь с нами интересно.